Привет, 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 дорогие друзья, привет вам из Колорадо. С вами Олег Забугорский, я сниму совсем маленькое-маленькое видео. Впечатления моих последних, так скажем, нескольких дней, четверга и пятницы. Под впечатлениями нахожусь, «Монах и бес», фильм «Монах и бес». Ребята, посмотрел на одном дыхании, и мало то, что это было вчера, я подумываю сегодня вечером его пересмотреть. Советую. Советую посмотреть. Он в более, наверное, такой комической, так скажем, иронической форме снят, но сама тема интересная. «Монах и бес», да. Замечательные актеры и игра что монаха, что беса, что царя, восхитительная. Знаете, вот когда хочется смотреть, восхищаться и говорить об этом друзьям своим, которые смотрят твой канал. У нас сегодня, на удивление, было утром холодно, а днем сейчас плюсовая, очень хорошая погода. Самое интересное, вот эти турникеты, которые для оплаты парковки, они повесили заранее предупреждение, чтобы завтра не ставили машины, потому что будет праздник, и если что, машина будет эвакуирована. Это, между прочим, даунтаун, центр города. Много магазинчиков, различные сувенирки, кафешки, какие-то распродажи, вон 25% на моток шерсти. Вот мисс Анюту сюда надо, вон такие вот. Смотрите, какие смешные шапки покемонские. Ой, как там здорово. Но я туда идти не буду. Это туда надо мисс Анюту везти. Я сейчас немного прогуляюсь по даунтауну, делал трансляцию в формате 360 градусов. Вот, абсолютно с руки, с телефона буду снимать, поэтому уж извиняйте, пожалуйста. Вот, еще вчера меня очень впечатлило, так скажем, комикс, русская версия комикса, так скажем, в формате короткометражки. Вот я сейчас прохожу мимо такого магазина, где продаются все вот эти вот комиксы, Marvel, там, да, все такое. Друзья, однозначно, «Майор Гром». «Майор Гром» — это русский, так скажем, киношечка, свежая. Ребята сняли в самом-самом офигенном качестве, то есть реальная художественная короткометражная такая картина. Впечатлила. То есть если ребята будут двигаться дальше в таком же темпе, русле, да, я думаю, что Голливуд отдыхает. Голливуд отдыхает. Еще раз напоминаю, «Майор Гром», поэтому будет возможность, посмотрите, на самом деле очень интересно. О, пузатенький Будда. Я помню, мы в Таиланде все время ходили к нему животик погладить. Сейчас я его виртуально наглажу тут, так скажем, на пару лямчиков. Спасибо, Будда! Это, кстати, такой тибетский магазин, и один хозяин, видимо, сразу в комиксы. Вот здесь какие, смотрите, тибетские статуйки. Запахи благовония такие. Знаете, такие пирамидки дымящиеся. Вот прямо в Москве был магазин на Таганке. Наверное, может быть, кто-то знает. Потом они на белорусскую переехали. Я там такие пирамидки брал. Благовония. Слушайте, а что бы не зайти, не поснимать? Давайте я сейчас зайду и поснимаю там внутри, покажу, что там такое. Такой, смотрите, какой релаксационный, такой медитативный, да, медитировать. Шар. Это все оригинальное, это все не китайское, это все именно тибетские. Напоминаю, ребята, я снимаю с руки, поэтому без стабилизатора. Куда же мы без Боб Марли? Вот здесь вот различные вот такие вот палочки благовония. А здесь я смотрю, вот сейчас мы найдем здесь разные наборы всего. Травы, смотрите, дерево. Это для любителей покурить. Здесь это во многих магазинах продаются такие стекляшечки.
Мне кажется, это интересно. Если это интересно, поставьте лайк. То есть, знаете, вот мы все время как ходим в какие-то просто магазины, еще там куда-то, но в такие места, мне кажется, намного интереснее заходить, поснимать какую-то культуру, которая, возможно, отличается от нашей. А я думаю, что многие посмотрят, которые, кстати, и, может быть, даже живут в этой культуре и давно. О, вот целая куча различных ароматических свечей. А может, кому-то будет неинтересно. Ведь знаете, как на вкус и цвет товарищей нет. Мы, в общем, их как бы на вкус и цвет-то не ищем. Просто я показываю все, что у меня есть в окружении. Вот в Colorado Springs есть такой магазин тибетских вещичек интересных. Красота, все такое яркое, знаете. Не знаю, меня впечатляет, мне нравится. Сейчас вот хочу вот эту вот статую показать. Вот отсюда. Сейчас свет преломится, и она пропадет, но очень интересная. Очень интересная такая. Что вы это думаете? Вот что вы думаете, что это? Вот какие вот ассоциации вот с этой вот фигурой? Напишите в комментарии, пожалуйста. Будьте добры, я как бы не осмеливаюсь назвать это то, о чем я думаю, но если вы считаете, что это именно то, о чем я подумал, напишите, пожалуйста. Буду вам благодарен, честное слово. Приятная девушка работает в этом замечательном магазине. Я, кстати, взял себе конусы вот эти вот ароматные. Она с лицом индианки. Папа из Монголии, мама индианка, в крови еще китайские корни. Такая миленькая. Я сейчас буду проходить мимо, обязательно ее сниму. Поговорили с ней. Знаете, вот когда человек работает в такой вот, знаете, ну добрая, да, добрая сфера услуг, у нее никакого негатива. Да, я в Колорадо вообще как бы мало я встречал. Но настолько, знаете, вот глубокие глаза, такая, все рассказала, все объяснила. Я там задал вопросики там свои, там всякие шаманские. Приятно, сейчас покажу. Блин, у меня как бы вообще не бывает проблем с настроением, да, у меня как бы и так хорошее, но после такого, знаете, вот такого вот легкого посещения такого позитивного магазина, да, не знаю, надышался какой-то энергетикой, незнакомой нам, и мне так хорошо, мне так легко. Многие сейчас, наверное, подумали, ну, понятно, значит, чем он там подышал в Колорадо у них в этом магазине. Нет, ребята, нет. Очень важно, что мы едим, очень важно, что мы пьем, очень-очень важно, чем мы дышим, и очень важно, кто нас окружает. От этого и зависит наш энергетический баланс. Поэтому
после агрессивной недели работы, да, потому что, ну, я не знаю, воздействие других, так скажем, особей Земли на нас очень достаточно сильное. В выходные, я к чему веду, нужно провести максимально так, чтобы снять это напряжение, но ни в коем случае не спиртным. Спиртное не снимает, оно усугубляет. Поэтому самое лучшее снять это сходить на природу. Погулять с семьей, на каток. Конечно же, обязательно занятия спортом, гимнастикой, да, то есть побегать, попрыгать, на велосипедах покататься. Это все даст свои положительные результаты. Помните, баланс, должен быть баланс, обязательно. Я подмечу, я никого ничему не учу, я просто делюсь тем, чем сам занимаюсь. Поэтому агрессии от нее никуда не денешься. Главное себя обезопасить и защитить максимально. Так, все, вот по этим вот следам, которые, видите, вот я иду по ним. Хоп, 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 хоп. Мы возвращаемся на парковку. Вот она, кафешка, где мы заседали достаточно много раз. Я делал здесь трансляции, мы общались со многими, я здесь уже познакомился. Такое небо голубое. Сколько раз хотел снять эту бабочку, то есть возле такого кафе. Ребята поставили вот такую, знаете, яркую бабочку, но мимо нее многие не проходят, то есть ее все замечают. Парковка стоит вот час в даунтауне, это доллар, $1. В праздничные дни бесплатно. Вот после того, как ты оплатил, высвечивается время. Вот здесь вот осталось времени, тут 31 минута парковки. Да, и нарушать правила парковки не рекомендую никому. У меня, слава богу, не было прецедентов с этим, но ходят люди и выписывают такие билетики. Поэтому тикет можно получить на раз, два, три. Да. И на красный свет, пожалуйста, не экспериментируйте. Во-первых, здесь водители уверенно несутся на зеленый, и как бы никто не будет смотреть, идет там пешеход, нет. Не создавайте проблемы ни себе, ни водителям. Сказал Олег Забугорский и пошел на красный свет за толпой американцев, которые так уверенно идут на красный. Ай-яй-яй, Олег. Слова расходятся с телом. Я буду раз в неделю вот так вот просто гулять, вот, и просто болтать на камеру. Знаете, влог это и есть, болтовня на камеру с самим собой. Поэтому все люди, которые делают свои влоги, как и я, однозначно они чем-то отличаются и своим здоровьем с другими, то есть нездоровые люди. Я шучу. Конечно же, здоровые. Я перед тем, как начинать заниматься влогерством, я сдал анализы. Анализы показали положительный результат для того, чтобы вести свой блог в Ютубе. Вот, просто последние требования Ютуба, не только твои паспортные данные, но и медицинская справка о, так скажем, прохождении сдачи всех анализов, ну и, собственно говоря, справка о том, что ты находишься на учете у психиатра. У меня все нормально. Все нормально, мы находимся, мы состоим, анализы в порядке. Сейчас вас улыбнет. Ну, я думаю, что некоторые из моих прекрасных друзей и так улыбнули уже, но сейчас вас улыбнет вот от вида вот этого велосипеда. Да, вот там, видите, велосипед. Сейчас я займу следующий другой ракурс, они сейчас стоят на светофоре. Вот это вот должно улыбнуть, вот знаете, вот просто по-любому. Так, я подхожу уже к парковке. У меня через 10 минут заканчивается парковка, поэтому сейчас сажусь и еду к семье. Домой. Мы поедем домой, но мы собираемся в магазик. Нам нужно покушать купить. Да. На этом я обещал снять короткое видео. Заканчиваю. С вами был Олег
за бугром лайв. Ставим, можете не ставить, лайки, напишите комментарии. Вы знаете, мне, честно скажу, более важно, и я каждое мнение принимаю, каждое. Вот, так скажем, многие после просмотра видео, там, моего, не моего, да, имеют что сказать, да, вот сравнивая мои приключения со своими приключениями. Поэтому буду очень-очень благодарен написать, особенно по магазину. Я считаю, магазин достоин внимания, я по-быстренькому чуть-чуть прошуршал, там, поснимал, поэтому напишите, что вы думаете. Не забудьте, что это была за статуя, похожая на а дальше сами узнаете. Все, пока-пока-пока!